поближе, да? А всем здорово, друзья, с вами Цимус, и добро пожаловать на шоу «Кто хочет стать тысячанером». Представим наших участников. Безумный Леха. Всем привет, бабки будут сегодня мои. И Максим. Здравствуйте, сегодня мы будем побеждать вот этого человека неадекватного, но мы адекватные, только адекватные побеждают. Перейдем к сути конкурса, я покажу, что будет. Будет все в моем фирменном стиле, связанном с петардами. В общем, смотрите, всего будет 7 этапов. 7 петард, начиная с слабых, заканчивая очень мощными. Будут 3 номера петарды. Одна из 3 петард бракованная, то есть она не взрывается. Участники будут скидываться на камень-ножницы-бумага. И кто выигрывает, первый выбирает какой-то номер и поджигает. Также, чтобы было интереснее, мы приготовили дополнительные к петардам опции. Допустим, посыпаем петарду мукой. Там, видите, есть пена для бритья, вода, яйца. В общем, будет очень интересно. Ребята надеются, что сегодня уйдут чистыми, но мне, честно сказать, у них это не выйдет. У кого-то одного точно это не выйдет, кого-то забрызгает либо яйцами, либо пеной для бритья, там, мукой. Будет очень интересно, ребят, и победителя ждет косарь. Вот они, бабки наши, целый косарь. Ну, хейтеры, понятное дело, скажут, что фотошоп. Но нет, ребят, все настоящий, видите, настоящий. Так что приступаем к первому этапу. И перед началом я хочу выдать участникам по коробку спичек. И этим коробком они должны суметь зажечь все петарды. Если спичек не хватит, то вы проиграли. Я не знал, что такое будет. Не знал? Нет, ты не говорил. Ладно. Ну что ж, ребят, переходим к первому этапу. На первом этапе будет 3 петарды Корсар 1. Одна из них бракованная. Кто выбирает бракованную, тот и побеждает. Честно сказать, я сам даже уже запутался, где какие петарды. Ребят, скидывайтесь на камень-ножницы-бумага. Вопрос? Да. Если он будет первый, и он сразу найдет бракованную, то что мне делать? А ты подожгешь остальные 2, чтобы убедиться, что они не бракованы. Просто может быть, ребят, так, что петарда и у тебя окажется бракованная, потому что бывает иногда не специально петарды бракованные. В общем, вы все знаете. Давайте, скидывайтесь на КМН. Без бумаги вроде. Или, бля, без колодца. Давайте. Раз, два, три. Он выиграл. Макс выиграл. Выбирай один из 3 вариантов номеров. Нет, стой. Ты говоришь, выбирай номер 3. Так, бери спичку и поджигай его прямо с земли. Прямо с земли? Да, прямо с земли, ребят. Чтобы в руки участникам петарды не попадали, так будет безопасней. Первые 3 петарды, ребят, будут с полезными бонусами участников. Участникам. Какие, вы узнаете. Так, что, не можешь поджечь, Максим? Нет, сейчас. Сделаем красиво. Встань с этой стороны. Ты прям сразу резко его поджигай. Макс выбирает номер 3. Так, загорелось. Взорвется. Макс, ты не победил. Леха, стой, не подходи. Ребят, отходите вот сюда. Вот дальше этой черты, короче, не подходите к петардам, чтобы как бы не подсмотреть, какую петарду выбрать. Так, Леха, выбирай номер 1 или 2 у тебя остается. 1. Леха выбирает 1. Поджигай. Петарда под номером 1. Что ж, если... Вот это бракованное. Это, не знаю. Так? Да. И кажется, Леха выбрал правильный ответ. Взрыва не произошло. Леха, ты побеждаешь. И сейчас тебя ждет приятный бонус. Леха получает фирменный коробок спичек от Цимуса. Это даст ему дополнительные возможности к победе. Если, допустим, он истратит весь свой первый коробок, у него еще будет возможность воспользоваться вторым коробком. Йоу, Цимус. Все серьезно. Переходим ко второму этапу. Ребята, готовы? Давайте, скидываемся на раз, два, три. Раз, два, три. Леха выбирает первым. Так, всего 3 варианта, но тут сложный выбор. Это тебе, а не ЕГЭ, Леха. Давай, я в тебя верю. Какой? Второй вариант. Второй? Поджигай. Леха выбрал цифру 2 и берем поджигает. Коробок от Цимуса. С автографом Цимуса. С автографом. Счастливый, может, удачу тебе принесет. И надеюсь, он так принесет. Так, вот он, наверное, переложил. Удачи. Чтоб не забрызгало. Не, Леха, это целое по-любому.
Нет, это не целое. Стоп. Тебе что, фартануло? Да, ребят. Леха фартовый. Ну, Макс, поджигай теперь, в принципе, любой, мне кажется, все две взорвутся. А может и нет, а может. А может и нет. Но пока Леха первый. Прикинь. Макс сразу по три спички. Тебе так спичек не хватит точно. Да хватит. Ты сразу прям подставляй. Во. Как она там рванет. Мне кажется, будет взрыв. Было, ребят. И Леха побеждает во втором раунде. Так, Леха. Пока что Макс у нас сосет, пусть и Леха тоже немного пососет, да ему чипа-чупс. Приятный бонус. Что ж, теперь перейдем к третьему этапу. На третьем этапе уже будет серьезный такой бонус, который поможет участникам в дальнейшем. Какой, пока что секрет, но скоро все узнаете. Погнали к третьему этапу. На третьем этапе у нас будут четвертые корсары, три штуки, все по стандарту. Ребята, готовы? Да. Давайте, как обычно, на счет три. Раз. Нет, стой заново. Руками. Раз, два, три. Бумага. Раз, два, три. Леха опять его не ждать. Ирай запенил. Ну, скоро тоже пенка будет. Так, выбираю, не подходи близко, выбираю вариант. Какой? Третий. Поджигай третью. Ой, Леша, внешний вид обманчив. Я, кстати, вижу, что это, скорее всего, не бракованное, а я специально поломал их. Поджигай, не бойся. Отходим. Будет. Будет? Нет, и это победитель! Нет, подожди. Она могла быть бракована просто так, теперь поджигает Макс. Выбирай вариант. Первый, ну давай. Давай, бро, ты сможешь. А, не, хотя у Лехи правильный был. Поджигай, может не взорвется, она тоже там немного подкоцанная. Отходи быстрей! Я чуть упал, это взрыв. Громко. Смотрите, какой туман. Лайк чисто за туманчик. Сегодня весь день дождик идет. Чего, Макс, скажешь? Да чуть не упал, не подскользнулся. Ну а теперь бонус, как обычно, Лехе. Леха еще сегодня, надеюсь, пососет у нас чупа-чупс. Так, подумай, какой бонус будет в этот раз. У тебя будет один раз право выбрать любую петарду, подойти к петардам и внимательно их осмотреть. Не трогая руками, чисто взглядом осмотреть петарды и выбрать, какую будешь поджигать. Одно. Один раз. Угу, все, круто. Только взглядом. Думаю, неплохой бонус. А теперь самое интересное. Переходим к четвертому этапу. И на четвертом этапе так. У нас будет пена для бритья. Ставьте лайк, ребят, и погнали. Ребят. Сгущается туман и начинается самое жесткое. Четвертый этап. Вот такие достаточно мощные петарды P200 просто. Расположены они вот так вот далеко друг от друга, потому что взрывы будут мощные. И также взрывать будем с применением вот такой пены для бритья. Будем наносить ее прямо на петарду. Ну что ж, на КМНЭ давайте, погнали. 1, 2, 3. Леха. Что это было? Выиграл. Привет. Я победитель. Победитель по жизни. Так, выбирай номер. Вот тут номера вот здесь стоят у нас. Вот номера стоят. 1, 2, а вот 3 вон там вообще у нас. Выбирай, давай. Смелее. Сейчас мне небеса говорят. Вот тут я, честно сказать, да я даже не знаю, вот где правильный выбор. Один. Единица. Так, единица у нас вон там. Это еб... Нормально. Можно побольше, да все, Хонди, ну куда ты? Ребят, в общем, это жестко будет. Смотрите, сколько пены на петарде. Так, Леха, встаешь вот здесь вот, уши закрываешь, чтобы все было безопасно. Так, все, ребят, Леха, готов? Подходи близко, поджигай. Не, поближе, вот здесь вот, перед линией. Давай. Меня петарда убьет. Прям резко поджег и вставай быстро. Вставай быстро! О, нет!
Я думал, она не взорвется. Блин, надо было поближе с тобой. Твои эмоции. Я штаны только постирал. Поздравляем тебя с почином. Ну, не всегда же Лёхе будет вести. Так, Макс, у тебя есть шанс не остаться в пене. Не, не смотрел. У тебя есть шанс не остаться в пене. Выбирай два или второй или третий. Второй. Так, какой вариант? Второй. Второй. Так, Лёха наносит на второй. Давай тогда друг другу наноси, чтобы... Нет, стой, было. Стой, не так. Я сам нанесу. Ну так-то у меня больше было, я еще не закончил. Макс, ну тут я не знаю, сколько останется всю, короче. Да хватит, блядь. Оставь мне еще. Оставь мне. Так, ребят, нанесли, там уж палец немного в объектив залез. Мне кажется, ему надо вставать вот сюда. Ну, то есть, Макс, да, вот сюда вот вставай куда-нибудь. Так, ребят, ну что ж, Макс готов? Да, ты готов? Полностью. Поджигай. И сразу туда прям вставай. Бегом вставай. Уши закрой. Рванет. Нет. Она в пене затухла. Стой, подожди. Она тлеет. Подожди, стой. Леха, ну-ка подожги вот эту. Так, чтоб, ребят, все честно было. Подождем теперь третий вариант. Если он взрывается... То значит Максу подфартило. Леха. Просто папа сделал правильный выбор. Правильный выбор. Тебе всегда с цифрой 2 все связывалось. Так? Это... Ребят, а эта-то взорвалась. Что ж, переходим к пятому этапу. Там будет очень жестко. Кокушки, кокушки, барокушки. Уже даже покапал, капает небольшой дождь, просто влажность очень высокая, здесь как в облаках летаем. Смотрите, теперь полная жесть. Петарды P2000, они же очень мощные, ну вы знаете, кто давно смотрит канал, какие они мощные. И также кокушки, куриные яйца, по 5 штук будем на одну петарду ставить. Посмотрим, кого этот раз подфартит. Вы готовы? По 5? Ну да, нормально. Нормально. 10 штук, по 5 на каждого. Давайте! Так, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Пошел. Леха выбирает, и Леха первый. Так. Выбирай. Выбирай. Первый вариант. А здесь я, кажется, немного кое-что знаю. Так, ребят, сейчас приготовим яйца на первый. Ты первый вариант уже сказал, все, все слышали. Вот он, первый вариант. Все, мы закладываем, пока фитили не промокли у петард. Ребят. Что ж, вот 5 яиц на петарде P2000. Дождь идет, это плохо, потому что могут фитили промокнуть и ничего не удастся. Так, решили будет поджигать Макс. Леха, встань вот сюда, вот. Вот сюда вот. Ага, все, поджигай, Макс. Да я буду. Загорелось. Надеюсь, не затухнет. Ходим подальше, нахуй. Я тоже надеюсь, не затухнет. Ё-моё, нас... Нас самих забрызгало даже здесь. Я не знаю, что там лицо прилетело. Че как Леха? Прям в ногу скорлупа отлетела. Да? О, смотрите, это жесть. Смотри, как сопля прям. Прям куртка вся. Ё-моё, ребят, обязательно ставьте лайк. Макс, ну что, теперь твой черед. Так. Выбирай номер. Давайте третий. Да, третий? Я буду выбирать третий, да. Это я хочу. Хорошо. Так, давай, Леха, вкладываем третий номер. Так, где? Вот он, третий. Вот он, третий номер. Все четенько сделаем. Во, идеально. Так, ну, Макс, вставай так же на полметра вот сюда. Я подожгу. Да, Леха подожгет. Так, это потом уберем все, ребят, за собой, естественно. Так, поджигай. Фитиль загорелся. Надеюсь, нет. Нет. Стоп. Он... Все, Макс. Все? Ну-ка, стой. Там на месте. Сейчас я проверю. Я проверю сам. Дай подожгу. Подожгешь ее? Ну, да. Поджигай. Блин, я на вторую камеру даже запись не начал. Ладно. Так загорелось. А фитили отсыревшие прям горят очень плохо.
Везучий, а? Макса реально подфартило. А я и запись на вторую камеру не начал. Ух, тут вообще ничего не видно. Все в тумане. Так, теперь переходим к водичке. Это будет жестко, и самая мощная петарда будет бах. Ребят, ну надеемся на удачу, но кому-то точно не повезет. Что-то на меня смотришь. Ставим лайки, ребят, идем дальше. Ребят, шестой этап. Шестерка дьявола. Три петарды шестого варианта. И они самые мощные будут, это бах. Бах-бах, ну как обычно, не просто так будем взрывать, а с применением вот водички газированной. Обмотаем петарду скотчем, то есть примотаем бутылку воды к петарде скотчем, и будет очень жестко. Водные процедуры, так сказать. Участники настроены. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Макс выиграл? Он выиграл. Он выиграл. А, да, Леха камень показал. Ну давай, выбирай. Я беру номер два. Номер два. Все примотали вот на такой пригорочек, поставили это дело. Вот так все выглядит. Петарда очень мощная, поэтому все делаем безопасно. Вот, вот так вот спиной вставай. И подальше уже. Все, поджигай, Леха. Макс, отходи подальше. Давай. Поджигать спички надо как? Берешь вот так спичку. И не поджигаешь. Ты прям сказал, сразу поджиг. Я сказал спичку, а не бах. К концу там. Отходи. Макс, отходим нахер. Подальше можно отойти. Будет, будет, будет. Будет? Да, 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 да. Нет? Она не взорвалась. Я чемпион! Как она не взорвалась? Наверное, мало скотча было. Ну это лайк. Макс, да. У тебя все равно есть шанс сегодня принять водные процедуры. Да. Какую выбираешь? Давай сразу. Первую. Первую это у нас вон там, вон та. Да. Вот она. Сейчас тоже примотаем скотчем. Так, что со второй камерой? Забрызгало, конечно. Ладно. Ну, вторую. Первую так первую. Отойди от нее, он ее топчет, стоит, чтоб не сработало. Приступаем. Леха готов, Макс готов. Да. Че, поджигай сам. Давай сам. Вот такая ситуация. Надеюсь, бутылку эту разорвет, если петарда, конечно, так, не холостая. Спички у нас. Цимус. Да, у меня свои есть. А у меня цимусы, понял. Они несчастливые. Хорошо. Вставай, Макс, все, поближе. Ну, ладно, так, стой, стой, нормально все. Все, стой. Взорвется, это взорвется, Леха, напрям. Меня ж. Мне здесь прям вода прилетела, нет? Ее не взять. В смысле? Бутылка целая? Да. Полностью. Ребят, что с бахом не так? Ну давай вот эту затестим. Покажем, что все честно было, то скажут, типа, все целые петарды стоял. Что, в руках ее будешь держать? Нет. Прикинь, я реально перепутал пачки. Да ты с рук не поджигай. Опасно. Опасно. Техника безопасности превыше всего. Тихо. Давай на мужика сидеть. Сидим на мужика, Леха. Она... Иди в пизду, на мужика сидеть. На мужика сижу. Макс, вообще паника, там фитиль затух. На мужика, нет, отойдем, ребят, в этом деле. Опля, все, не взорвется. Не взорвалась. Это, кстати, первый раз, когда выбрали это. У двоих взорвалось. Переходим к седьмому этапу, к финальному, к муке. Погнали. Хорошо. Седьмой финальный этап. К сожалению, водичка не взорвалась. Но, в принципе, сегодня на улице дождик, и так все мокренькие, мука хорошо прилипнет. Смотрите, я уже сразу насыпал петарда P100. Вот, видите, здесь и вот здесь. Три кучечки. Мука хорошая, очень хорошая. Так, это будет первый вариант, это второй, это третий. Что ж, ребят, давайте на КМН. Леха, а ты здесь?
Петарда от Максем, Максовская. Давайте. Раз, два, три. Макс выигрывает. Какой номер? Третий, да. Ну что ж, поджигай. Стой. Нет, не поджигай, сейчас настрою камеру еще. Все, Макс, все, готов? Поджигай. Вот так, тут только один фитилек торчит. Спиной вставай прям, уши закрой. Поближе, да? С курткой нормально все. Что-то отлетело? Она загорелась. Нет, она загорелась. Давай посмотрим. Давайте сейчас на второй камере посмотрим. Это жесть. Лайк, ребят. Лёх, ну ты видел, что было? Как бы у тебя сейчас шансы 50 на 50. Давай. Но далеко ходить не буду. Выберу второй вариант. Ребят, это будет жестко. Ладно, это шутка. Я, честно сказать, не знаю, в какой именно... кучки находится. Нормально? Нехолостая петарда. Поджигай. Главное, здесь... безопасность. Да, ни в коем случае не повторяйте. Все, вставай, уши закрывай. Ё-моё. Сейчас, Макс, можешь увидишь. Это не загорелось. О, ближе в муку забегай прям. Это не загорелось. А, ну-ка покажись. Ну-ка покажись, Лёх, повернись. А, вот так вот тут все в муке. Надо было ближе подходить. Но видите, после того инцидента ближе подходить опасненько давай было. Первую. Первую? А, ну давай, как обычно, чтобы все было честно. Ребята сами хотят тут совериться тоже, что она не взорвется. Да ладно, Лёх, кого поджигать-то, она по-любому не взорвется. Смысла нету. Ты врешь. Да смысла нету. Ребят, меня сейчас разоблачат, походу. Ну все ж ради вас старался. Надеюсь, она, видишь, она вообще вон все затухла. Нет, она не взорвется, это точно я, потому что знаю, что я делал. Так, ну что ж, кто победитель, кто косарь получит? Я. А победил, ребят, Цимус, никто не ливнул. Ладно, шутка. Сейчас будет все, конкурс, все или ничего из коробочки X. А где у меня коробочка X, ребят? Объясняю правила нашего финала. Вот здесь у меня в коробочке есть много петард Корсар 1, и некоторые из них не взрываются, некоторые из них бракованные. Вот, допустим, эту я сразу ее выкину, тут она сломалась уже. И ребята будут брать каждый по одной петарде, вот выбирать отсюда и брать, и поджигать. У кого не взрывается, у первого, тот и побеждает. Что, готовы? Давайте. Камень, ножницы, бумага. Кто хочет стать косарменом? Раз, два, три. Три. Так. Макс выбирает первым. Любую. Ну куда ты не кромсай, все, ложи на землю. На землю ложи ее. А, не в руках. Бери, Леха, ты теперь аккуратно. Ложи ее на землю. Поджигайте. Не трогая руками подожди, их. Стой, не поджигай меня. И у кого, кстати, спички закончатся, тот все проиграл. У меня два коробка. Раз. Ну ты готов? Все, загорелись у Лехи справа, у Макса слева. Моя зараза. Что там было? Это был взрыв. Это был взрыв? Да. Ребят, Максу почти повезло. Я не знаю, напишите в комментарии. Считайте, это был взрыв или не был взрыв? Ну, что, Лёх, думаешь, был взрыв, да? Все равно как бы. Я тоже так думаю. Так, я буду, короче, вам выбирать петарды. Вот, другой разговор. Чтобы все... не было. Так, вот выбрал. Смотри, Макс, это твоя, это Лёхина. Поджигайте. Да, они все из одной партии, все. Вон, с красной стороны. Да не обязательно одновременно. Все, подожглись. У Лёхи справа, у Макса слева. Не трогай. Все, она пустая, да? Она была пустая. А, вы как надо. Ребят, в общем, есть победитель. Сегодня Леха стал тысячионером.
Расскажи свои эмоции просто. Я расстроен очень. Я шел к победе. Дал ему сначала фору, потом не давал ему форы. Я проиграл. Но я не проиграл. Я участие, главное участие. Да, главное не победа, главное участие. Да. Он сказал, я проиграл, но я не проиграл. Я считаю, что я заслужил, так как яйца. Что еще было? Вода, мука. Мука, яйца. Пена. Все летело в меня. Да, я пострадал от этого. Единственное, с огнем, конечно, получилось очень красиво. Но это же монтаж, мы все знаем, что это все. Да, это видео спецэффекты, ребят. Ну что ж, поздравляю тебя, держи. Косарь, пересчитай, а то я, может, что-то затерял. Все, не фотошоп, ребят, деньги настоящие, номера покажи. Вот, номера разные, ребят, это не на принтере напечатаны. Но хейтеры по-любому скажут фотошоп. Ребят. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1000. 1000, все? Ты рад? Понравился конкурс? Понравился конкурс? Да, конкурс понравился, ребят. Ставим лайки, подписываемся на канал и не нажимаем. Ну все, мы убираемся. Вот и подходит к концу наш выпуск. Всем спасибо за просмотр огромное. Кто не поставил лайк, ставьте обязательно. Ну, кому не понравилось, может быть, ставьте дизлайк. Если много лайков наберем, то я еще выпущу вторую часть нашего шоу. Ребята, надеюсь, вам понравилось. Также пишите в комментарии, делитесь с друзьями, спрашивайте их мнение. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. С вами был Цимус. Всем спасибо, всем пока.